В Израиле заканчивается эра Биньямина Нетаньяху. Он занимал пост премьер-министра 12 лет, дольше, чем кто-либо из его предшественников. Нетаньяху не удалось сформировать новый кабинет после выборов 23 марта, четвертых за два года. Выступая в Кнессете, он раскритиковал своего вероятного преемника Нафтали Беннета и пообещал скоро вернуться. Израильский Кнессет голосовал накануне по составу нового правительства, предложенного правым политиком Нафтали Беннетом и левым Яиром Лапидом. С трибуны парламента Нетаньяху поблагодарил всех граждан страны, голосовавших за партию Ликуд, и пообещал продолжать дело своей жизни, обеспечение существования государства Израиль, его безопасности и процветания. Нафтали Беннета он назвал неподходящей фигурой на пост главы правительства и человеком, не имеющим какой-либо позиции по международным делам, в том числе ядерной программе Ирана. Он предупредил тех, кто сейчас веселится в Тегеране, а также Хизбаллу и Хамас, что оппозиция в Израиле громко заявляет: «Мы скоро вернемся». Политическим оппонентам внутри страны тоже не следует расслабляться. Премьер-министр Израиля должен быть способен говорить «нет» президенту Соединенных Штатов по вопросам, которые ставят под угрозу наше существование.